Молниеносно переходим к шахматам. В Астане продолжается спор за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем. Только что закончилась 7-я партия, и ура, победа! Победа Эмира Мирзоева на месте. Приветствуем, ждем новостей. Здравствуйте. Действительно, только что завершилась 7-я партия матча за звание чемпиона мира. И закончилась она победой Яна Непомнящего. Невероятный накал страстей, невероятная борьба. И Ян Непомнящий в ужасном цейтноте, взаимном одержал победу. Вы знаете, очень много эмоций. Китаец невероятно переживает. Дело в том, что у китайского шахматиста была неплохая позиция. Черными там было качество за пешку. Качество — это когда ладья у одной стороны, у второй стороны легкая фигура. Но у китайского гроссмейстера была хорошая компенсация. Чернопольный слон очень сильный, и казалось, что дело, скорее всего, закончится в ничью, но не тут-то было. Подкрался очень сильный цейтнот именно к представителю Китая, потому что это уникальный турнир, матч на первенство мира. Здесь нет добавления по времени, то есть им надо сделать за 2 часа ровно 40 ходов, и если ты не успел, то, что называется, это твои проблемы, ты просрочил время и, соответственно, проиграл партию. Так вот, у Дин Лижэня в какой-то момент на 7 ходов было 40 секунд, и вот в этой ситуации он начал допускать серьезные ошибки, у него не было времени подумать ни над чем абсолютно. И, соответственно, Ян Непомнящий собрал все эти ошибки, что называется, и использовал это в свою пользу, смог одержать важную очень для себя победу. Вообще, конечно, матч фееричный в плане того, что невероятно высокая результативность, что ни день, то праздник. Эту тему мы обсудили сегодня с комментатором поединка, гроссмейстером Ириной Круш. У меня была такая внутренняя молитва, чтобы матч был интересным, чтобы партии были не очень длинные, и чтобы были интересные. Поэтому я не знаю, так оно пока месси идет. Потому что я не хотела вот эти там 7 часов сидеть, вот эти аншпиля смотреть, да. Пока месси идет идеально. А сейчас я уже ожидаю, что будет результативная партия, потому что мы как-то к этому привыкли. Мне кажется, действительно, ну, бойцы как-то уже привыкли наносить удары друг другу. Поэтому, мне кажется, сейчас мы будем уже ожидать какую-то результативную партию. Итак, действительно, мы сегодня увидели очередной удар от бойца от Яна Непомнящего, который нанес его своему китайскому оппоненту. Счет 4-3 в этом противостоянии по итогам 7 встреч. Что же можно подводить? Первые итоги этого поединка за шахматную корону в Астане. Дело в том, что уже 7 партий сыграно, всего их должно состояться 14. Ну и главный вывод в том, что это невероятная борьба, невероятный накал, очень мало ничьих. Так что нас ожидает еще много нового и интересного. Ну а пока Ян Непомнящий впереди, 4-3. Эльмира, спасибо большое. Верим обязательно в Яна Непомнящего.